Если бы ботинок был на другой ноге, я бы понял, как он себя чувствует. Ребекка Гармли на острове любви обсуждает разжигание романтики с BGS-ом Крисом после этой драмы Майкла Гриффитса. Они ненадолго расстались в прошлом месяце после того, как у нее была пьяная ночевка с участницей «Острова любви» 2019 года Майклом Гриффитсом. И Ребекка Гармли рассказала о своем теперь разжигавшемся романе с BGS-ом Крисом после драмы с пожарным, заявив, что, если бы обувь была на другой ноге, я бы поняла, как он себя чувствует. Выступая по радио Фубара в четверг, модель, 21, также рассказала, почему она и 27-летний специалист по кузовному ремонту еще не объявили о своих отношениях. Пара, которая встретилась в этом году на зимнем выпуске шоу, недавно воссоединилась на фоне слухов, что она изменила ему. Открывая драму для Джоанны Чиманидис и Стивена Линга, «Доступ ко всем районам», Ребекка призналась, «Если бы обувь была на другой ноге, я бы поняла, как он себя чувствует. Я понял». Тем не менее, уроженец Ньюкасла радостно сообщает, что между парой что-то лучше, чем когда-либо, и что они разговаривают каждый день на фоне блокировки COVID-19. Она продолжила, «Вы знаете, что, я люблю это. Буквально не проходит и дня, чтобы мы не болтали. Мы просто используем фичитим и буквально, когда мы проводим наш день, я просто на заднем плане, а он на заднем плане, и мы просто болтаем и смеемся каждый день». Однако, несмотря на то, что дела между ними идут хорошо, Ребекка сказала, что они еще не сделали вещи официальными. Объясняя причины этого, она сказала, «Если я полностью честна, то, очевидно, когда мы вышли с виллы, мы провели довольно много времени вместе, но я не думаю, что нам достаточно времени, чтобы сказать, верно. Давайте сделаем это официально. То, как я передаю это людям, похоже на то, что мы больше, чем друзья, но у нас просто нет ярлыка на отношения. Очевидно, что теперь мы в изоляции, я не собираюсь делать что-то официальное, это было бы просто странно». Затем Ребекка продолжила объяснять, почему ей и Бигсу никогда не показывали близость в сериале, она добавила, «У меня и Бигса просто было намного больше общего, но к этому моменту я уже была как-то убита с Джорданом, так что у меня и Бигса этого никогда не было, вы знаете, чат. Я помню, как был на вилле, и вы получили эти наклейки с сосками, а я стаскивал их в постели, и мы смеялись над этим. Когда я ушел, я подумал, что не могу поверить в то, что сделал. Я действительно должен был поговорить с ним на этом уровне. И потому что я этого не сделал, именно тогда я пожалел об этом».